Всем привет, с вами Мимико. Я начинаю на канале игру под названием Dreadout. Я уже ее как-то пробовала давненько, в 2015 году, проходить на своем ноутбуке, но он выдавал мне примерно 16-25 FPS, поэтому никогда эта игра, собственно, не была записана. Но так как сейчас у меня есть компьютер, и я могу наконец-то себе позволить какие-то более тяжеловесные игры пройти, наконец-то по-нормальному, то я с удовольствием ее пройду. Далеко я тогда не прошла, я даже помню примерно, где я остановилась. Это, ну, наверное, первая треть игры даже не была пройдена, тем более, что я практически все забыла, но на самом деле впечатления у меня в первый раз были достаточно хорошие. Надеюсь, что и сейчас она меня не расстроит. Хотя она и не была такой уж страшненькой или еще чего-то. Просто было интересно в нее играть. Давайте начнем новую игру. Выбирать главу можно, акт нулевой, акт первый, акт второй. Но, видимо, из-за того, что у меня было раньше открыто, наверное, так. Ну, конечно же, нулевой. Давайте. Ячейка для сохранения. Название ячейки. Ну, давайте в честь моего никнейма так ее и назовем. Дальше. Загрузочка. Некоторые призраки могут быть обнаружены только через камеру Линды. Это игра от индонезийских разработчиков, и думаю, как минимум примеси фольклора, которые будут что-нибудь нам новенькое, надеюсь, покажут прям. Потому что все-таки в каждой азиатской стране, да и не только, свой фольклор, свои призраки, свои страхи, поэтому все это изучать очень интересно, лично мне во всяком случае. Пишите в комментариях, как вам, интересуют ли вас такие вещи или нет. Я слышала вибрацию. Я все еще ее слышу. А, во, вижу. Ем. Ира. А субтитры мои где? Ну там говорилось что-то вроде «Проснись, Линда, мы все здесь умрем» или «Уже умерли». Я просто не очень хорошо понимаю английский. Надеюсь, дальше субтитры все-таки будут, потому что перевод-то игры, блин, есть. Видите? Вот, так что, ну, в крайнем случае, если что, я буду потом закадрово переводить какие-то вещи, поэтому не переживайте. Вы нашли телефон Иры. Надежный мобильник с хорошей батарейкой. Прекрасно. Надежный мобильник — это лучше всего. Ага. Ага. Окей, а выйти я могу отсюда? Вот прям так. Дверь на себя открывается. Это крипово. Ой! Там девочка стоит. Ты кто? На призрака не похожа, да? Что случилось-то? Мобильник подними. Чё ты на нем топчешься? Зачем ты его выронила? Обращайся как-то повежливее, блин, с техникой. Она у нас одна. Блин. Через камеру лучше видно, чем без нее. Блин, она такая плавная на ноутбуке. Она так болезненно прям шла. Так, заглядываем с камерой. Камера нас оповещает о призраках. Так, детская площадка. Детская площадка — это ужасное место в любом хорроре. Что за звуки такие? Что за звуки такие? Я не люблю это.
Охренеть. Я убила кого-то. Я убила призрака. Я его сфоткала. Селфи убивает, ребят. Станете призраками, забудьте про всякие селфи. Есть тут кто? Нет. Что это за волосня? Во! Да вы серьезно, что ли? Это не смешно, если честно. Почему трещина появилась на доме? Спустя какое-то время. Че валяется? Так. Ва! Там призрак, которого я могу атаковать. Я очень предусмотрительная. Шкаф, я не могу здесь ничего сделать. Но привели какого-то призрака. Поэтому это, наверное, хорошо. Чё бы и нет заранее. Чё с окнами? Посмотрите, как будто тут уже фигуры какие-то пририсованы в них. Меня пугает то, что нам приходится камеру выключать ради того, чтобы войти. О, опять девчонка. Так, подожди. Так, я, пожалуй, по дому буду ходить с камерой, потому что... Мало ли. Там еще второй этаж. Она пропала, кстати. Ладно, продвинемся чуть-чуть. Дверь, которая закрыта. Куда ты нас ведешь? Слышите какие-то звуки из этого кабинета? Вон, там кровище. Чем она нас сюда привела? Почему музыка закончилась? Почему Мишку повесили? Вот что ты от меня хочешь, женщина. Иди за мной, Линда. Какая-то прям улыбашка. Пошла, пошла, а теперь побежала. Ой, догонялочки на первом этаже или на втором? Стопэ. Я не пойду, а вы куда? Вот так вот. Ты думаешь, ты меня так проведешь? Нет. Все, все сложнее. Все намного сложнее. Ладно, второй этаж, так второй этаж. Чё-то давно призраков никаких не было, да? Может быть, кстати, я могла бы вообще никого из них не трогать. Так. Ты где? О, что-то лежит. А, не. Это текстура. А! Кошка. Привет, киса. Ч?
Шурок. Лайв-концерт. Ой, интересно, это настоящие группы или нет? То я вообще не в курсе индонезийские вообще, ну, музыки из Индонезии. Киска. Миленько. Так, понятно, иди за мной, а где ты? Мне самой надо будет искать. Ясно, понятно. Вот эти двери закрыты. Ты угадаю, единственная открытая дверь, она последняя как раз. Откуда свет идет, да? О, черненькая. Да пошла ты! А в смысле? А в смысле? А в смысле? За мной закрыли дверь. Я ее сфоткала. Победители не употребляют наркотики. Охрененно. Но здесь это какое-то вот возрождение через подобный поход. Типа загробного мира. Не, я так понимаю. И чё ты угораешь там? Но этого призрака конкретно больше нет. Так, ну эти двери, я так понимаю, не откроются просто так. Кто-то плачет. На лесенке, что ли? Или под лестницей. А может, угорает, кстати. Что случилось-то? Почему ты плачешь? Я не могу покинуть это место. Ты единственная, кто может выбраться из этого места. Ты должна выбраться отсюда. Возьми ключ и уходи сейчас же. Ой, а я случайно Ешку очень быстро нажала. Что там мне дали? Инвентарь. Смотри. В смысле? Что-то здесь и нет ничего. Ну ладно, окей. А выход был вот тут, по-моему. Единственная дверь, которая была закрыта. О, открывается внутрь. Спасибо и на этом. Ай! Ты чё пугаешь, игра? Смотрите, какая тварина какая-то впереди развивается. Звуки джунглей. Вон, 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 да, это тварь какая-то. При этом, смотрите, то есть вот, это вот с деревьев как будто свисают разные ветки, типа того. Но пока что фотоаппаратом я не могу ее убить. Что вы мне предлагаете? Надо решить загадку. А, смотрите. Так, а что делать?
Но она снова зажигается. Здесь какая-то загадка. Может быть, ракурс нужен? Ну, единственное, что я могу сделать, это как бы... Я не понимаю. Может быть, нам нужно было с собой свет принести, блин, с других свечек. То, что... Это что за смена камеры сейчас была? Потому что я как-то не допетрила. Там как бы была. Слышали, да? Как будто меня кто-то пытался побить. А что происходит-то? Почему здесь так много трупов? Может быть, это и правильно, это и есть эти свечи? Я типа должна убить. А как вот понять это? Ну, ладно, это единственное, что я могу делать, в принципе, в такой ситуации. Минус один. Свеча зажглась? Нет. Пока нет. Давай, иди сюда. Так, второй подох. Смотрите, одна свечка зажглась. И вторая зажглась. Я решила загадку. Думать. Окей, что происходит, когда я тушу одну? А, нет, смотрите, можно было одновременно все три, а тут ракурс их не устроит. Окей, понятно. А я-то думала. Ой-ой. У некоторых призраков есть слабые места. У меня их больше, поверьте. В этой игре это точно. Я вообще девочка-школьница, которая хрен знает куда попала. Используйте вспышку камеры, чтобы привести в действие некоторые объекты или ослепить своего противника. Но, как мы поняли, прибить тоже можно. Вы можете изменить сложность игры в настройках главного меню. А я не выбирала сложность, кстати. Типа, она уже заранее была выбрана, наверное, с прошлого раза. Вы можете изменить расстояние прохождения лимба в настройках главного меню. Лол. Типа, если хочется еще дольше, беги. В загробном мире. Ну, а почему нет? Почему нет, в принципе, да, я согласна. Тоже неплохо. Been
Какая же милота, я не могу. А, мам, вы уверены, что мы едем куда надо? Думаю, да. Но как дорога стала вдруг плохой? Какой бардак, как на дороге у нашей школы. Осторожно! Что? Что еще? Неплохо, неплохо, неплохое начало. Так, кстати, идет, блин, такое, знаете, вот это вот, типа мы от первого лица сейчас, да? Так странненько. Давайте небольшой вводный такой выпуск оставим. Надеюсь, что вам понравилось. Строите предположение о том, что будет дальше, проходили ли вы эту игру. Также делитесь, интересно же. И догадались ли вы с первого раза о том, что же надо сделать с теми свечами. Мне это очень любопытно. Подписывайтесь, ставьте лайки, если понравилось. Жду, как всегда, вас в комментариях. Всем пока-пока. До встречи.